Сегодня ночью на Серовском тракте севернее Тагила раздухарившийся с пьяну, вроде бы малюсенький, Гец умудрился порвать сразу двух встречных. Сначала вывернул челюсть газели, а потом вышвырнул и поставил на уши Логан. 51-летний тагильчанин на 167-м километре автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов держал путь со стороны Куршевой в сторону дома. Ехал он за рулем черного хюндая мелколитражной породы Гец, что называется, в одно лицо. И в это же лицо накидался жидкостей, делающих его за рулем преступником. Преступная сущность поперла, когда он вывалился из своей полосы на встречную, а там газель, которая его втрое тяжелее. Страшенные силы удар, тем не менее, изуродовал грузовую машину ничуть не меньше, чем легковую. Переднюю балку газели чуть ли не повернуло на 90 градусов, а хюндаю при этом еще хватило ходовых качеств и наглой пьяности, чтобы завалить еще одного встречного на крышу. Имея признаки состояния алкогольного опьянения, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ под управлением мужчины 1986 года рождения. Впоследствии допустил столкновение с автомобилем Рено под управлением мужчины 1976 года рождения. Самое удивительное, что во всем этом месиве все остались живы и даже более-менее здоровы. Официально числятся пострадавшими три человека из сделавшего уши Логана, но и они, после осмотра медиками скорой помощи, были отпущены по домам. Инициатор аварии, который, кстати, за этот год не имеет ни одного НПДД, но явно подавал все признаки алкоголинализации, проверить на это дело не удалось. Он категорически отказался от обследования. Ну, значит, и без дутья получит ровно то же самое, что и пьяный, 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав до 2 лет.